Каждый день пользователи Инстаграма делятся 95 миллионами видео и фото, а 40 миллиардами видео и фото пользователи поделились с момента запуска сети Инстаграм. Инстаграм запущен в октябре 2010 года, а в декабре в этой сети было уже 1000 человек. В апреле 2012 года Facebook купил Инстаграм за 1 миллиард долларов. В июне 2013-го появилась возможность загружать видео. В декабре 2014-го уже 300 миллионов пользователей. В сентябре 2015-го 400 миллионов пользователей. В августе 2016-го запущены Instagram Stories. В декабре 2016-го уже 600 миллионов пользователей. Причем 80% юзеров живут за пределами США. У самого популярного фото 6 миллионов лайков. А самый популярный аккаунт имеет более 114 миллионов подписчиков. И если бы он был страной, то эта страна была бы 12-й в мире по населению. Например, треть населения США или 2/3 населения России. Свой бизнес в Instagram строит более 500 тысяч пользователей. И 50% брендов используют Instagram, а в 2017 году их будет уже 70%. 50% пользователей подписаны хотя бы на один бренд. И 5% переходит на сайт после рекламного поста. Как видите, в Instagram можно зарабатывать деньги. Как? Пожалуй, есть много способов, и я расскажу вам только о трех из них. Вы можете там рекламировать свою продукцию или услуги, лучше всего с помощью видео. Вы можете сделать свой аккаунт популярным и зарабатывать на рекламе других в вашем аккаунте. Самая эффективная реклама сейчас идет в видеоформате. Вы можете оказывать услуги по раскрутке владельцам аккаунтов, например, делать для них эффектные видео. Как видите, все три способа предполагают, что нужно использовать видео в Instagram. Я уже слышу, как вы говорите. Делать видео – это так сложно, необходимо столько всего знать и уметь, а еще нужно дорогостоящее оборудование. Не, это не для меня. На самом деле, вам не понадобится никаких особенных навыков, знаний и никакого оборудования. Вам понадобится только ваш компьютер, программа PowerPoint, которая у каждого есть в рамках Microsoft Office, и, может быть, микрофон. Вы не умеете создавать видео в PowerPoint? Мы решили эту проблему для вас. Мы приготовили для вас 12 профессиональных, завораживающих анимационных видеошаблонов для Instagram. Почему для Instagram? Потому что они соответствуют квадратному формату Инстаграма. Шесть видеошаблонов для рекламы продукции или услуг. И шесть видеошаблонов для интерактивных фотоальбомов. Как вы сделаете из них видео для себя, мы приготовили для вас уроки-помогалочки. В пару кликов мыши вы сможете в видеошаблонах заменить изображение на нужные вам. В пару кликах мыши вы сможете в видеошаблонах отредактировать тексты так, как вам нужно. В пару кликов мышки вы сможете в видеошаблонах изменить дизайн и сделать из тех же роликов десятки новых видео. Вы можете добавить аудио и просто сохранить этот шаблон как видео. Вы можете изменять продолжительность видео за счет изменения скорости. Теперь вы видите, что с помощью наших видеошаблонов вы сможете создавать классные видео для Instagram. Вы хотите стать популярным в Instagram и зарабатывать в Instagram с помощью видео? Тогда нажимайте на кнопку. Вот в этом ролике вы увидели, как быстро все заменяется, да? Вот как раз не только сами шаблоны, вы видели, что они немножко не такие, да, как для YouTube обычное видео, но как и заменяется все. Ну-ка оцените-ка по 10-бальной системе, как вам вот такая вот работа с этим. Мне лично очень нравится. Вот эти видео, которые я вам показываю, они тоже сделаны на основе шаблонов, чтобы вы знали. Круто, правда? Тут кто-то даже плюсики поставил. А, вот, кстати, поставил Александр Гермаков, который уже зарабатывает на то, что он делает видео. И у него его первое рекламное видео он делал для своих друзей про какой-то уникальный самогонный аппарат. И заработал на этом 1000 рублей. Видео длится 1 минуту. Так что, как бы, у нас уже есть готовые люди, которые на этом заработали. Теперь я вам еще хочу кое-что показать. Вы, наверное,
видели, как в видео иногда проходят какие-то эффекты, как-то выскакивает какая-то звездочка, там что-то, какие-то блики, проходит какая-то молния, еще какие-то вещи. Вот кто такие вещи видел, пожалуйста, поставьте плюсики. И у нас есть тоже коллекция, там более 1000 файлов, которые можно пользоваться, добавляете эффекты, и они в 2-3 раза усиливают действие вашего видео. Сейчас я посмотрю, если у меня здесь загружено это видео. Я вам его покажу, чтобы вы увидели, что это такое. Представляем профессиональные анимированные эффекты. Коллекция анимированных эффектов и переходов – это огромный ультрасовременный набор, который включает в себя тысячи аппетитных анимированных эффектов и переходов. Вы можете добавить их к любому вашему видео, проекту или презентации, чтобы получить мгновенный захватывающий эффект. Что же входит в курс коллекции анимированных эффектов и переходов? Комплект коллекции анимированных эффектов и переходов включает в себя более 1000 всевозможных движущихся анимаций. Взрывающиеся звезды, искрящиеся эффекты, движущиеся полоски и много других потрясающих анимационных эффектов. Кроме того, что эти анимированные эффекты идеальны для видео и презентаций, их еще и очень легко использовать. Просто перетащите нужную анимацию в любой из своих проектов, и они превратят вашу презентацию, ваше видео или любой другой ваш проект в настоящий шедевр. Мы добавили в этот набор более 500 переходов с анимационными эффектами. Эти чудесные переходы создадут мгновенную красоту в любом вашем видео, презентации или дизайне. Просто добавьте анимационные переходы к любому вашему видео или к вашим слайдам, и вы получите мгновенный эффект, который превратит их в произведение искусства с великолепными переходами, как у профессионалов. Все анимационные эффекты и переходы сделаны в различных форматах: MPEG-4, MOV с прозрачным фоном, GIF и другие. Это делает их очень легкими, поэтому с ними просто работать в любых программах, таких как Adobe After Effects, Adobe Premiere, Camtasia, Explendio, PowerPoint, Keynote и так далее. Просто перетащите их в вашу любимую программу и получите почти мгновенный эффект. И самое удивительное во всем этом то, что вы можете получить тысячи этих удивительных анимационных эффектов и переходов по низкой доступной цене. Итак, что же вы ждете? Забирайте коллекцию анимированных эффектов и переходов сегодня и превратите любой ваш проект в современный... Ну как, правда круто? Поставьте двоечки там или что-нибудь такое. Отреагируйте, что вам это понравилось. Марина пишет, это действительно труд, круто. И вы можете все это добавлять. Вот сейчас я на следующем слайде вам покажу. Вот они. Тут есть примеры, да? Более 1000 файлов вот этих всяких происходят. И более 500 файлов переходов между ними. Теперь смотрите. У нас есть набор, который называется «Лучшие курсы по созданию эффектных видео», в которые входят 6 курсов. Вот эти 2 курса, вот, которые вот здесь вы видите, мы уже их отдельно не продаем, они есть только в этом наборе. Это основы анимации и вирусное видео. Значит, основы анимации – это как работает анимация в PowerPoint. Вирусное видео – это использование со сторонних сайтов различных материалов, из которых можно создавать видео. Также есть здесь графический конструктор, есть заставки и концовки, есть говорящие персонажи и коллекция видеошаблонов. Сюда не входят видеошаблоны для Instagram, и сюда не входит коллекция анимационных эффектов. Если вы хотите, чтобы я вам показала ролик про лучшие курсы по созданию, я вам его покажу. Если уже немножко подустали, потому что у нас есть еще что смотреть, то как бы вы потом сможете зайти на наши страницы захвата и посмотреть, вы получите потом на них ссылки. Но поставьте, пожалуйста, тройки, кто хочет посмотреть ролик про лучшие курсы, и двойки, кто устал, и посмотрим потом. А, не устали? Интересно вам смотреть кино? Вот это еще раз подтверждает, насколько сегодня кино рулит, и как надо уметь работать в этом кино. Так, давайте смотрим лучшие курсы по созданию видео. Привет, меня зовут Кадрик. Я талисман проекта «Лучший видеомастер». Этот проект создали Людмила Королева и Андрей Гавришин.
Позвольте мне пригласить вас на мини-экскурсию по лучшим курсам по созданию эффектных, завораживающих видео. Но сначала позвольте мне, предугадывая ваш вопрос, объяснить вам, зачем вам нужно научиться создавать видео. Другими словами, какая вам от этого выгода? Выгода первая. Наверняка в вашей жизни происходит много событий. Праздники, отдых и многое другое, которое вы снимаете на фото или на видео. И вам хочется ими поделиться со своими родными, знакомыми или в соцсетях. Вы можете делать из них вот такие классные видео или слайд-шоу и делиться ими со всеми, с кем вам хочется. Выгода вторая. Возможно, у вас есть свой бизнес, и вам нужно делать рекламу, привлекать новых клиентов, продавать ваши услуги или товары. Вы можете делать вот такие классные, завораживающие, рекламные или продающие видео и выгодно отличаться от ваших конкурентов. Выгода третья. Вы можете делать видео на заказ. Вы знаете, что одна минута рекламного или продающего видео стоит от 100 до 1000 долларов. Это значит, что за одно видео вы можете заработать несколько сотен или даже несколько тысяч долларов. Цена зависит от вашего опыта и профессионализма. Вы можете сказать, ну это же так сложно создавать видео, надо столько всего знать и уметь, еще нужно разное оборудование, это все не для меня. Поверьте мне, все это на самом деле очень просто. Вы сможете создавать шикарные профессиональные видео, используя только программу PowerPoint, которая у каждого есть в стандартном программном обеспечении. А вот как это делать в PowerPoint, вы сейчас узнаете из нашей экскурсии по лучшим курсам по созданию видео, которые приготовили для вас Людмила и Андрей. Все началось в 2013 году, когда они выпустили свой первый курс «Технология создания анимационного видео». В этом курсе вы узнаете, как делать классную анимацию в PowerPoint и создадите свое первое анимационное видео. Теперь, когда вы научились основам анимации, вы можете стать настоящим профессиональным видеомастером, используя наш курс «Вирусное видео». В этом курсе мы даем вам ресурсы, где вы можете взять уже готовые анимированные PowerPoint-презентации, анимированные изображения, музыку и звуки, и вы можете брать уже готовые профессиональные анимации и создавать из них завораживающие видео. Но нужно преодолеть еще одну проблему. Более 100 часов видео загружается на YouTube каждую минуту. Как вы сможете выделиться из всей этой массы? Как сделать так, чтобы зрители выбирали именно ваше видео? В этом вам поможет значок для YouTube, изображение, которое вы ставите как обложку на ваше видео. Но что делать, если вы не умеете это делать? Мы приготовили для вас 900 готовых шаблонов значков в нашем курсе «Графический конструктор для YouTube». Мы ставим значки на все наши видео, и благодаря ярким профессиональным значкам зрители выбирают наше видео. И нам надо решить еще одну задачу. Как заставить зрителя остановиться и посмотреть ваше видео? Вам нужна эффектная заставка в начале видео. И вот эту задачу вам поможет решить наша коллекция эффектных заставок и концовок. Вы получаете несколько десятков профессиональных заставок и концовок, которые решают для вас даже не одну, а две задачи. С помощью заставок вы останавливаете зрителя, и он начинает смотреть ваше видео. А ваши профессиональные завораживающие концовки призывают вас... К сожалению, опять меня выбило. Наверное, презентация хочет мне сказать, что достаточно смотреть кино. Вот. И я вам, скажем, вы, правда, успели, наверное, посмотреть, что здесь вам показали заставки и концовки, но остальные видео я вам уже показывала по отдельности. Я вам еще что хочу сказать по поводу этих видео. Во-первых, сейчас мы вам даем очень большую скидку. И особенно, если вы захотите, например, приобрести вот эту вот коллекцию, где все курсы, да, где вот у нас получается 6 курсов, вы получаете ее с колоссальной скидкой 70%, потому что по отдельности все эти курсы стоят где-то в районе 60 тысяч, а вы получаете их за 15.
Видеошаблоны для Инстаграм скидка 80%. Коллекция анимационных эффектов скидка 50%. Ну, короче, очень большие скидки для наших курсантов. И вот здесь вы видите еще одну коробочку, про которую я вам ничего не говорила. Вот перед этим мы с вами говорили о говорящих персонажах. А мы еще с Андреем, этого еще нет, это появится через 2 недели, мы делаем конструктор анимированных персонажей. То есть вы сможете по шаблонам создавать колоссальное количество анимированных персонажей. В эту коллекцию будет входить 106 основ персонажей, 10 PowerPoint-презентаций, в которых от 25 до 50 слайдов, в которых находятся эти персонажи. Там будут детали лица анимированные, глазки моргают, губки двигаются, да, и так далее. Палитра цветов, с помощью которой вы можете менять цвета, например, кожи и так далее. И плюс еще видеоуроки, которые объясняют, как это все делать. Значит, около 800 файлов без фона, которые вы можете использовать в своих видео, около 300 иконок, 25 фонов под ваши видео, сейчас вы увидите, что это такое, 47 анимированных фонов, 25 видеофутажей, это тоже фоны, и 125 фигурок 3D. И вы хотите посмотреть вообще, что это такое? Но я вообще, когда мы это увидели, как кто-то делал сами, стали делать, собирать, я была просто в шоке, хотя я достаточно так скромно выражаюсь, взрослая женщина. Но кроме того, что из этого можно делать суперские видео, это еще фантастическая игрушка, с этим можно играться. Ставьте, пожалуйста, 5-ки, кто хочет увидеть, что же это за конструктор в общих чертах. И сейчас я вам покажу видео с конструктором. Ребята, это вообще песня. Просто обалденная вещь. Итак, смотрим. Привет! Вы когда-нибудь хотели создавать сногсшибательных, профессионально выглядящих персонажей, которые помогали бы вам доносить ваши сообщения и продавать ваш бренд? Что ж, сегодня у нас есть простое, просто идеальное решение для вас. Познакомьтесь с конструктором анимированных персонажей. Это набор, который делает создание профессиональных персонажей легкой задачей. Вы просили? Мы сделали. С помощью конструктора анимированных персонажей вы сможете создавать бесчетное количество сногсшибательных, уникальных и профессионально выглядящих персонажей, используя только PowerPoint. У нас есть сотни оригинальных персонажей и элементов, которые вы можете легко добавлять и изменять, чтобы создать идеального персонажа, который подойдет вашему бизнесу и рынку. Все делается на 100% в PowerPoint. Не нужно ни дорогих программ, ни дизайнеров, никаких облачных сервисов, и нет необходимости в навыках дизайнера. Всего лишь несколькими кликами мыши вы будете способны создать вашего собственного уникального персонажа, которого вы сможете использовать в продающих видео, на веб-сайте, на страницах социальных сетей, на коробках продуктов и электронных книгах, в презентациях, в дизайне футболок, в брошюрах и много еще где. Всего лишь за несколько минут вы сможете создавать массу уникальных персонажей, которых вы сможете легко использовать в электронном или печатном виде, без проблем, связанных с попыткой научиться создавать их с нуля самому. В конструктор анимированных персонажей входит все, что вам нужно, чтобы создавать забавных, отлично смотрящихся и привлекающих глаз персонажей. Это действительно просто и легко, когда у вас будет сделан за вас набор для создания персонажей. Выберите шаблон, измените черты лица, такие как выражение, цвет кожи, волос и глаз. Затем сохраните картинку высокого качества или анимированное видео прямо из PowerPoint. И готово! И все! У вас будет ваш собственный набор персонажей, готовый к использованию мгновенно. Или вы просто можете использовать сделанные за вас готовые картинки, которые идут вместе с конструктором. Если вы предпочитаете ничего не менять, и вам просто нужны готовые персонажи, которые вы можете перетащить в вашу любимую программу или проект, конструктор анимированных персонажей поможет вам стать настоящим мастером своего дела в любой нише. Вам действительно нужно увидеть этот продукт в действии. Вы никогда не найдете другой инструмент, который дал бы вам абсолютно все, что вам нужно, как это дает вам конструктор анимированных персонажей. Поэтому не теряйте больше ни минуты. Попробуйте наш революционный, единственный в своем роде,
Никогда ранее не виданный конструктор анимированных персонажей сейчас. Действуйте, пока цена еще низкая, а предложение актуальное. Часы тикают. Действуйте. Правда круто. Марина и в Камтазии тоже работает. Там есть разные файлы, есть в формате муви, можно в Камтазии тоже делать, но лучше всего это собирать в PowerPoint, а потом в Камтазии вы можете что-то дорабатывать. Я обычно так и делаю. И я вам еще покажу, я тут, Андрей записал уже несколько уроков, и я у него эти уроки посмотрела, и сейчас я вам хочу показать кусочки. Как это делается, как это работает. Вот я специально без голоса взяла. Вот смотрите, вы видите сейчас на экране девочка-блондинка. И сейчас он ее сделает. И вы сами этого никогда не сможете сделать без этого конструктора, потому что здесь готовые файлы, где ну вот каждая часть – это отдельный какой-то рисунок вместе составленный. И вы вот каждый кусочек отдельно меняете. Вот, например, это очень актуально. Вот сейчас он бантик красит, видите? Верх бантика одним цветом, низ бантика другим цветом, а серединку третьим цветом. И получается все это объемно, видите, с такими тенями, и все это получается очень красиво. Вы видите, какая классная штука, и насколько просто это делает. Но я здесь на увеличенной скорости это сделала, да, чтобы быстро-быстро вам показать. И вот видите, вот она тут разговаривает, вот он ее покрасил, а теперь сейчас, как вот здесь специальная есть палитра, с помощью которой меняется, например, цвет кожи. Вот из этого негра сейчас сделаем европейца. Вот смотрите, как это происходит. Видите, чик-чак одним движением. А вот это анимированные части лица, вот тоже, вот они двигаются, глазки моргают. Вот, допустим, здесь одни глазки, вот Андрей здесь меняет на другие глазки, и там еще он показывает еще одна опция, которую можно поставить в PowerPoint. Вот он, видите, меняет и делает другие глаза. Вот таким вот образом это происходит. Я вам просто секрет открываю, как это работает. Но это будет, если вы возьмете какие-то другие рисунки, это работать не будет, это работает только здесь, потому что все части этих изображений, они разбиты на маленькие-маленькие кусочки. Вот видите, мы здесь губки получили. Вот таким вот образом это сработало. Вот. И теперь у нее другие губы, стал совсем другой человек. А вот здесь я вам специально показываю фоны, на которые можно поставить. Вот, например, вы хотите прорекламировать риэлтора, вот вы взяли фон, продающийся дом, поставили сюда какую-нибудь девочку, написали ее имя и фамилия, и вот, пожалуйста, вы сделали рекламный ролик для риэлтора. Или вот фоны, видите, они движутся, тут облака, там еще что-то такое. Вот. На этих фонах анимированных можно туда вставлять какие-то персонажи, и все вот это... И у вас уже получаются готовые ролики. Вот таким вот образом это происходит. Ну, очень круто. А вот это 3D-персонажи. Вы получаете их в подарок как бонусы, которые тоже можете вставлять в свои видео. Видите, всякие разные. Андрей их тоже в видео использовал. Они такие очень прикольные, смешные. А вот это можно какие-то проекты рассказывать. Ну, здесь типа Эйнштейн. И вот тут разные проекты объяснять интересные, презентировать что-то. Ну, вот они здесь в кучке стоят. Это вы по отдельности можете так активно, почти агрессивно рекламировать какой-то проект, там MLM-компанию или какую-нибудь продажу или еще что-то такое, что вы делаете. Здорово. Вы меня слышите, да, ребята? Потому что я здесь без звука видео поставила. Если слышите, как-то реагируйте, насколько вам это нравится. Вот. А, слышите, я вижу. Ну, крутая штука. Мне очень нравится. Просто фантастическая игрушка. И вот это через неделю. Я надеюсь, мы успеем закончить. А, не мели от восторга, это Марина пишет. Да, это действительно круто. А представляете, если вы в видео такое используете, люди, которые будут смотреть ваши видео, они будут просто в шоке.
Вот. Так что вот такие вот вещи у нас есть для вас, готовые, с помощью которых вы можете делать совершенно суперские видео и зарабатывать на этом классные деньги. Ну, вот я еще забыла вам показать. Вот здесь разные курсы. Вот это наша закрытая зона, в которой вы можете это все использовать. И вот здесь вот, когда мы будем делать курс профессиональный, да, для профессии видеомастер, вот здесь мы будем рассказывать вам, как работать фрилансером. Цена будет, Маргарита спрашивает, цена будет нормальная, доступная. Еще пока мы не решили с ценой, но нормальная будет цена. Вот. И вот пишет Марина, не надо долго кого-то убеждать, все сделают куклы, совершенно правильно. И вот это вот сайтик, где люди зарабатывают, да, и вот здесь, может быть, не очень хорошо видно. Видите, от 500 рублей все начинается. У кого-то уже было 800 заказов, у кого-то 20, у кого-то 300. Вот, так что все будет нормально. Цену сделаем доступной, ребята, не будет суперская цена.